выискивая в мире новое, вглядись в тесные неразрывные объятия старого. Только разомкнув их, найдешь несуществующее. О чем это? О том, что если вы хотите шагнуть, если вы хотите войти в новую жизнь, и вы ее ищете, нужно сначала развязать объятия старого. Иначе оно будет тянуть вас. И ни в какое новое вы не пойдете. Нужно их разомкнуть, эти объятия старого, и отпустить, как птицу. Видите? Смотрите, здесь на карте рука, которую птицы связали. Это объятия старого. Птицы легкие. Их можно отпустить, если развязать свою ленту, которая держит вас в старом. Что еще? Еще вам такое послание. Порой единственный способ спастись — это уйти. Это сбежать и начать все заново. Так появилась страна Сид. Так появится то, что сделает тебя иным. О чем это для вас? Скорее всего, это продолжение той карты. Отпустить старые. И две последние карты. Смотрите. Руки связаны. Там город. О чем? Сейчас расскажу. О чем здесь написано? Провидец Мерлин знал, что немое обманет его и заключит под холмом, но сделал ради нее все. Есть силы, от чьей руки тебе не увернуться. Но есть и те, что придут тебе на помощь. Здесь о том, что вам всегда будет помощь. О том, что есть силы, которые, от которых не уйти, как кармическое что-то. Нужно было пройти этот кармический урок, чтобы извлечь уроки для себя и для своего рода. Но в то же время вам всегда помогают силы. Вас всегда поддержат и пошлют нужных людей на помощь. И последняя карта. Вот такие чайки. Красивые. Здесь о том, что иногда ветра нет, сколько ни моли богов. Переждать штиль дано лишь тем, кто туже затянет пояса, кто туже затянет ремни и возьмет волю в кулак, не поддаваясь панике. И самое последнее вам послание, оно очень красивое. Семя, принесенное ветром, может прорасти вопреки воле природы. Благодари богов за всякое их решение. И они будут на твоей стороне. Здесь о том, что нужно благодарить за все, что у вас есть в жизни. Вы не знаете, не видите полной картины и можете сетовать на что-то в своей жизни, но это что-то, возможно, вас спасает в каком-то смысле. И ваш весь путь, он в помощи, даже если вы ее не видите. Даже если вам кажется, что вам не помогают, вам ангелы помогают, вам высшие силы помогают, вам род помогает. Благодарите. Тогда они будут крепнуть и помогать вам еще больше. Хотела последнюю карту, но пришлось, не знаю почему, еще одна выползла. Здесь о чем? Здесь всполохи рассвета. Здесь темная ночь души прошла. И когда темная ночь души, когда дикие переживания, страдания, они уже заканчиваются, начинаются всполохи рассвета. Рассвет еще пока не наступил. Но что тут написано? Давайте прочитаем. Когда ночь разжимает объятия, начинается новая жизнь.
ваша трансформация, ваша новая жизнь, в которой чудеса переплетаются с кошмарами, которые пришлось пережить. Откройся ей, позволь себя удивить. У вас на марафон, вы все еще успеваете на него попасть. Первая неделя уже запустилась. Там очень интересно, там по поводу вашей трансформации себя, вашей лучшей версии себя, реализации ваших мечтаний, стремлений. Заходите, посмотрите вот по ссылочке, поищите в Telegram этот канал и заходите, посмотрите.